Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня у меня вот такая вечерняя небольшая распаковочка. И на нашей распаковочке сегодня 4 посылки. Итак, дорогие друзья, сегодня вот пришла такая вот хорошая посылка, но мы ее оставим на потом. А начнем мы вот с этих вот посылок. Начнем вот с этой посылочки. Шла посылочка 14 дней. А оценена она 20 центов. Давайте откроем, посмотрим, что там. Ага, вот. Вот что там. Это я заказал. Было мне скучно распаковывать одному. Я заказал себе вот такого вот помощника. Да, вот такой вот помощник. Ну что ж, давайте попробуем собрать этого Миджая. Вот так вот собрал. Правда, не понимаю, зачем ему еще одна рука. Наверное, шла как запасная. Вот так вот будет теперь распаковывать со мной посылки. Все замечательно, только он не стоит. Ну ладно. Значит, продолжим дальше. Вот такая вот посылочка еще пришла. Я, правда, не знаю, что здесь. Сейчас мы с вами ее откроем. 99 центов оценена она. Весит 150 грамм. Хотя по весу не весит она 150 грамм. Что-то очень-очень легкое. Давайте откроем и посмотрим. Был засыл, отправили не на ту почту. Потом досылка была к нам. То есть ко мне в поселок, к нам на почтамт. Давайте посмотрим, что там. Все пусто. Здесь вот такая вот цепочка. Вот с таким вот кулончиком. Да, вот такая вот цепочка под серебро с кулончиком в виде сердца. Ну, прикольная штучка, блестит, переливается. Кулончик в виде сердца. Цепочка, хорошее плетение, правда, не знаю, долго ли она выдержит. Познавательных знаков абсолютно никаких. Ну, я думаю, что намеков на серебро тоже абсолютно никаких. Просто бижутерия, красивая бижутерия. Красивая бижутерия достанется своему владельцу. А мы продолжаем. Следующая посылочка шла 54 дня. Это на самом деле шла довольно-таки долго. Я уже думал открывать спор с продавцом. Это носочки, как-то было видео есть, много носков они разом заказали. И вот еще две пары из той же серии. И вот такая вот безделушка подарок. Это браслетики такие вот китайцы шлют. Блин, не знаю, кому не лень буквально. И вот две пары вот таких вот носочков. Носочки прикольные, но синтетика, нога в них сильно потеет, как мне сказала супруга и племянница, что нога в них сильно потеет. Так что они хоть и прикольные, но ни летом их, ни в жару носить. В жару их носить очень плохо, ноги потеют. Давайте продолжим. И вот, наконец-то, вот эта посылочка. Жена ее очень-очень ждала, заказывал я ей. Шла она 28 дней. И здесь, забыл, как она называется, для маникюра, машинка для маникюра, для обтачивания ногтей. Посылка вот такой вот губкой проложена. И вот она сама машиночка. Я специально брал не аккумуляторную, а взял от блока питания, поскольку она должна быть, по идее, должна быть и мощнее. Ну, мощность, самое главное, мощность. Потому что аккумуляторный, чуть аккумулятор подсел, и все. Значит, вот такой вот блок питания, 9-вольтовый,
9 вольт, 1 ампер. 240 напряжения модель. Ну, обычный блок питания. Правда, штекерок вот такой. Первый раз вижу такой штекерок. Значит, что еще идет в комплекте? Идет в комплекте вот такой вот мануальчик. Здесь, в принципе, я так полагаю, это количество оборотов. Количество оборотов, размер головки в миллиметрах, посадочное место. Ну, и, в принципе, все. Мануальчик на английском языке, но я в английском не силен. У кого будет желание, могут перевести, могу сфотографировать, выслать. И здесь вот, вот такие вот пилочки. В принципе, такие же пилочки, как у меня на дремеле. У меня есть дремель, вихрь брал себе одно время, увлекся работой дремелем. Но как-то дело у меня не заладилось, и он у меня лежит. Там вот такие вот точно, точности насадочки. Это алмазные. По крайней мере, у меня дремели алмазные, а здесь вот какие они, я вам сказать не могу. Здесь наждачная шкурочка, она вот так вот насаживается, раз на головку, вот. И что ж, давайте попробуем включить саму машинку. Подготовил я тут уже розеточку. Значит, раз. Количество оборотов регулируется, можно сделать как меньше. Как меньше, так и больше. Вот так вот. Здесь щелчком выключается. Все замечательно. Давайте же попробуем поставить головку. Есть кнопочка. Кнопочка — это фиксатор вала. Значит, вал зафиксировали. Ставили головку и зажали. И включаем. Вот, можно обрабатывать. Давайте попробуем обработать вот меч у этого бойца. Кто-то точит, а на хороших оборотах будет еще сильнее точить. Да, сейчас мы ему заточим его, этот меч. Такой вот, и давайте попробуем еще какую-нибудь другую насадочку. Давайте вот эту попробуем. Здесь что-то под алмазное напыление, но не знаю, насколько оно алмазное. Но, по крайней мере, закос под алмазное напыление есть. Ну да, обдирает, становится шершавая. Попробовать, греется она или не греется. Да я бы сказал, не особо она греется, нормально. В принципе, греться особо ничего не должно, поскольку здесь нету блока питания, нету ни аккумулятора, ничего. То есть работает напрямую. Греться сильно она не должна. Ну что ж, попользуется ей жена. И через пару видео, я думаю, расскажу я вам, как ее впечатление, что она хочет про него рассказать, нормально ли точит, нормально ли им пользоваться, удобно ли. Вообще, по идее, должно быть удобно, потому что он легенький. Можно вообще использовать его как гравер. Да, потому что он оборотистый, оборотов нормально на нем. Вот такая вот была сегодня распаковка. Что ж, друзья, подписывайтесь на канал, всегда вас подписывайтесь на канал, всегда рад видеть вас на своем канале. Такая была сегодня распаковка. Заходите в группу ВКонтакте, всегда там есть ссылочки, ссылки есть также под описанием видео. Всегда заходите, буду рад общению. Всех жду у себя на канале. Всем пока.